Кондиционер, противопожарный дрон и очиститель выбросов кораблей. Не игры разума, а реальность. Готовые проекты участников технофорума «От винта». На его площадке сегодня собрались представители самых разных регионов страны, от Камчатки до Крыма. И каждый со своей уникальной разработкой. У нашего края уже есть опыт проведения такого фестиваля. Впервые форум «От винта» Кубань принимала в 2018 году. И это не случайно. Такое право она заслужила как один из самых динамично развивающихся регионов. Наука здесь отрасль перспективная. В 2019 по поручению губернатора был создан Кубанский научный фонд. Его цель – поддержать исследования, которые помогут социально-экономическому развитию края. И как итог, наш регион представил на форуме наибольшее количество разработок. Свои проекты продемонстрировали сразу 11 учебных заведений. Впервые в стране, в нашем регионе, молодые люди от 18 до 35 лет смогут взять займ на начало собственного дела. Такого уникального проекта нет ни в одном регионе нашей страны. Важность технофорума переоценить сложно. Это не просто возможность себя показать, а трамплин в большое научное будущее. И за несколько лет, благодаря поддержке Владимира Владимировича, стало развиваться движение большое науки и технологии. Участники технофорума доказывают, будущее наступило уже сегодня. Среди всех этих конструкторов и химических жидкостей есть место для романтики, новаторства и изобретательства. Почти 60 лет назад, во время старта космического корабля, Юрий Гагарин сказал «поехали». А сегодня молодые ученые на площадке «Экспоград Юг» говорят «от винта» и дают старт новой модели будущего. Раньше я хотела собрать такую же печку или что-нибудь. Ну, есть такой конструктор, ты можешь его купить и собрать. Стоит он недорого, кстати, 660 рублей. Это просто папа, да? Хотел бы собрать именно из них печку, вот. Ну, и, наверное, разжечь там костер. Значит, вам надо зайти на сайт «Мангал и пламя». Вот давайте в YouTube наберите просто «Мангал и пламя». Эта технология называется «двойной зуб». Вот, видишь, мы написали «технология ракетной тяги, двойной зуб». Понял? Пожалуйста, ваши аплодисменты, бурные аплодисменты. Ведь это живое исполнение. Ну покажи, где он находится в камине. Вот руку просуньте и поймете, вот такой перелом есть. Вот видите? И в этом переломе. И он вышел сегодня на сцену, чтобы передать своеобразную эстафету нынешним участникам фестиваля. Добрый день, дорогие друзья!
С 2018 года я, Петриев Илья, являюсь дорогим другом и участником фестиваля «От винта». За это время мы очень сильно выросли, наш коллектив очень сильно вырос. В 2018 я еще заканчивал магистратуру. Государственном университете. На сегодняшний день я являюсь руководителем лаборатории.